Поскольку павильонов пока будет только 6, муниципалитет предлагает жителям самим определить места расположения теплых остановок. Пожелания и комментарии можно оставлять на официальном сайте администрации города. Мнения у жителей разные. Одни считают, что теплые павильоны в первую очередь должны появиться в 17-м микрорайоне. Там сильный ветер от реки. Другие за установку возле поликлиник в 8-м и 5-м микрорайонах. Третьи за Плазу. Там самый густонаселенный район. А лидируют 11-й В ЖК «Западный».